какой маршрут? Я тебе сейчас поломаю. То есть я ее держал, ну, в одной руке держал телефон, другой отталкивал ее, чтобы она ничего не сделала. Но, тем не менее, она как бы выхватила этот телефон. Конечно. Забери у меня телефон. У меня накинулась кондуктор. Непонятно как. То есть она выхватила телефон у меня из рук и выкинула его на асфальт. Телефон испорченный. Вот он. В какой момент Вячеслав сломал ногу, он не помнит. Накал страстей был очень велик. Там страшно прям было? Ну, реально, как бы, автобус совершал такие маневры, которые, вот, ну, очень, как бы, страшновато. Когда много народу в салоне, люди просто не успевают держаться даже. Сам чуть не упал. Можешь себя вести? Он нет? Он делает? Ты себя адекватно вести можешь, ты людей везешь. А он видишь, что делает? Ты не по горам лазишь, ты людей везешь. Он делает. Ты уступи тогда. Головы нет, что ли, совсем? Ты когда на своей машине будешь ездить вот сам один, езди как хочешь. В автотранспортном предприятии возможности дать официальный комментарий не нашли. Стоит отметить, водитель именно этого АТП стал виновником трагедии, произошедшей 1 апреля 2013 года, когда автобус вылетел на остановку и сбил несколько человек, в результате чего трое скончались. Давай. Улукбек Азимов в декабре был приговорен к 4 годам колонии поселения. До трагедии водитель лишался прав и фигурировал в скандале, схожем с произошедшим накануне, когда женщина несколько раз падала в автобусе из-за резкого торможения. Он еще раз рисанул. Я уже упала спиной. Я хотя хорошо держалась. Я уже упала спиной. И ладно, меня спасло то, что там были ступеньки. Если бы не ступеньки, я ударилась головой. Вячеслав по результатам конфликта обратился с заявлением в полицию. Инженерно-технический центр, который обслуживает эти маршруты, является одним из крупных пассажирских перевозчиков Казани. В предприятии 96 автобусов, работающих на 7 маршрутах. Александр Третьяков, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.